Понедельник в Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой снег. -3-5 градусов днем, ночью 7-9, ниже 0. Северо-западный ветер 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо. Днем -3, ночью 6 градусов с минусом. Северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти тучи и небольшой снег. В дневное время -3, ночью 7 градусов, ниже 0. Северо-западный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, днем -4, ночью 9 градусов ниже 0, северо-западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 58%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.